сейчас с тротой, сейчас причастие будет, поэтому еще служба идет. Как причастие себя приедить, не по врагу своим тайным поверить, но занятие нам я приюду на эту разбойники, советуйся. Помяни меня, Господи, во славе Твоего. Мы соединили этот замечательный 500-летний юбилей с праздником воздвижения Христа Господа. Ну, давайте откроем дверь. Ваш тесть, первый зал у нас посвящен... 1719 год. А потом здесь всего то, что какие вот это книга, настольная книга. Первые семь есть, а восьмого вот, нет. Здесь рассказывается о его труде как раз. Угу. Вот. Ну, это наше издание. Здесь вот говорилось о фотографии, которые были владыки. Вот в 1941 году была бомбежка нашего монастыря. И сохранилась фотография в одном из европейских журналов, как они бомбят наш монастырь. Здесь у нас Максим Петухов. Только семейные издания. И здесь вот начинается историческая цепочка у нас. Это Скорина. А вот это у нас оригинал. Начинается Острожская Библия, начинается с оригинала. Это Острожская Библия в оригинале. Оригинале, да. Вот это ценный вопрос. Да. Здесь вот. Но это какой-то. Эта часть была просто переснята. И здесь вот видно, вот здесь переснятые записки, и по этой записи можно. Будет проследить историю на протяжении нескольких веков. Угу, да, самый такой всегда рассказ. Это самая старая Библия? Нет, ну здесь, наверное... А, около 2000, около 1000, а так это самая первая российская, русская, самая первая. Здесь у нас первое московское здание 1603 года. Это первая полная славянская Библия была Геннадия Новгородского, который боролся вместе с Иосифом с еретиками. Она не была печатной, она была рукописной. Я имею в виду Острожская. Да, печатная, да. Острожская была первая печатная. Это первое московское здание Библии 1603 года. И здесь на ней красной форзации была изображена первая Москва и первый герб. Это по времени. Здесь хорошо, что у вас Острожская. Здесь у нас вот здесь написано где-то тут написано 9 точки построения. Когда вдали вообще издавалась Библия. И здесь в этой книге на многих языках написано. Понятно. Но замечательно, что вы все это. Вот это 1609 года. Да. Библия. Значит, основа это коллекция Владыки. Ну мы тоже сейчас вот сейчас вот самое древнее, сейчас вот это есть Франция Приус, 1568 года, Французское здание. У нас сейчас получается немножко древнее, чем Острожская. Да, несколько лет. Ну так и было. За то, что вы делаете, продолжаете этот замечательный круг. Благодарю вас, конечно. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Ваше святейшество, здесь столько всего прекрасного. Да. Это абсолютно логично, что владыка Петерим именно в этом монастыре в память о великом роли Иосифа Волоцкого и о сказочной библиотеке. Да. Именно здесь, первый музей Библии на русской земле. Спасибо, Господи. Это благодаря вас. Еще. Спасибо. Конечно, но ваша Андрит. Роль очень значительна в этом. Спасибо. Отец большое. Архимандрит очень много сделал. Отец Архимандрит обязан. Ваше святейшество. Гаврила Фигеонович, хотел.